Всем привет на канале Новый Влог. Привет! Что вы тут встали в коридоре? Куда собираетесь? Борисович. Борисович? Борисов. Борисович. Федор Сергеевич, ты что тут творишь? Осторожно, осторожно, осторожно! Осторожно, этого парашютиста не урони! Опа! Короче, пацаны собираются с папой в Борисов на Саревы. Саревы очень серьезные в этот раз. Так, ну, 2010-2011 год, и сколько команд штук, по-моему, 15, да? Там три группы по 5 команд минимум. 3 по 5, ну, 15 команд. Короче, ребята. Так это, опять же, они едут на соревнования, где остальные все участники соревнований. Ну, не все, 10-11 год написано. Соревнования по 10-11 году. Короче, смешанные. Короче, смешанные, как да, всегда. Да, но у нас 11-12, а там 10-й. И чуть-чуть 11-го, это как у нас чуть-чуть 12-го, да, 2 человека 12-го у нас, но там 3 человека. Короче, собираем чемоданы, да? Мы все. Остаемся с Соней и с Федором дома, в этот раз не едем. Бабочка. Нет! Федор протестует. Это бабочка? Нету мест. Нету мест, но мы решили отдохнуть дома, потому что 3 дня, Соня, школа. Я когда вот так вот делаю, типа худеешь. Типа худеешь. Живот. Я пошел уже. Придумай что-нибудь, а ты так не делай, чтобы не болел живот. Берите рюкзаки, пошлите собираться, я вас поснимаю. Мальчишки едут на 3 дня, прогуливают 3 дня школы, да? Да. Они довольны, у них освобождение. Везла. Так, Федюня, ты куда полез? Туда. Туда? Ну давай, давай. Короче, собирают сами рюкзаки. Сами или с папой? С папой. Вот эти. С собой возьмите, я не знаю, термобелье, кофту серую. Возьмите одну. И синюю даже возьмите. На ноги, наверное, не надо. А вот две кофты возьмите. Короче, не пихайте, пожалуйста. Боша, ты где? Не пихайте в рюкзак. Складывайте рядышком. Когда вы будете видеть общий объем всего, что вам надо, будет легче распределять. Короче, папе очень тяжело с ними двумя справляться. Я тут трусы, носки им собрала и футболки. Федор, ты, конечно, извини меня, но давай мы пока займемся мальчиками. Давай? Нет. Что нет? Скажи, я тоже мальчик, да? Да! Как ты забыл? Тут наши хомяки балдеют, крысы. А мальчишки собираются. Подстриглись, да? Кусается. Тучка не кусается? Может, уже родила где-то по тихой грудке? Она квадратная. Квадратная. Там кто-то кричал в клетку. Так. Маленькая. Погоду передают не очень. А тучка жрет маленьких. Не жрет она маленьких. Она их разнимает, они там дерутся. Она их разнимает. Погоду передают дождливую. Один орет. А себе зачем, если ты не скажешь? Просто по привычке держу. Погоду передают дождливую, поэтому, ребятки, поедете в куртках потеплее. Пиумень. Пиумень. Федор, ты вообще не закрываешь рот. Может, тебя на эти 3 дня в сад определить, и мама отдохнет? Нет, он большой, он толстенький, он настоящий пиумень. Настоящий пиумень? Да, и он настоящий пиумень маленький. Берете две формы. Две формы надо взять. Сюда складываешь. Рядом вот папа сказал. Федя, не кричи. Короче, вот такой вот у нас дурдом. Такие сборы. Во влог добавлю, что папа наснимает в Борисове, потому что... Если телефон не сдохнет. Если телефон не сдохнет, телефон не сдохнет. Пауэрбэнк возьмите, да? Это гарантия, что за всем успеешь уследить. Нет, за всем не надо что-нибудь поснимаешь, посмотрите вообще в продолжение. Ну, надо пояснять. Где будут жить, как что вокруг. Да, ну то, что из футбола не играют, это не наснимаешь. Да, там уже прям подробные... Еда и целые матчи я точно снимаю. Ну, мне вот, например, интересно было бы посмотреть, сравнить с Гродно. Вот как вы в Гродно, например, какое у вас там было жилье, все дела. Гродно там не очень было жилье. Не очень жилье? 5 из 10. Оно везде будет, пацаны, такое, поверьте. 5 из 10. Ну, посмотрим. В этом случае оно будет такое. Посмотрим. Вы ж едете на базу Батэ, да? Типа, да. Как бы команда ж неплохая, белорусская. Все, едем, выезжаем из Бреста. Смотрите, я их слил, я их убил своих сисипан. Все, прибыли на базу.
где будут соревнования. Да. Вот они поля. Вот они поля. Вот они, большие. Искусственное покрытие. А это Петя трендобол. Помаши Петя ручкой, чтобы тебя все запомнили. О. Привет. Привет. Ну. Вот поляна. Так, сейчас надо разминочка, а потом игра. Но погода испортилась, идет дождь. Последнее наставление перед игрой. И вот тут играть. Видишь, как ты располагаешь? Ну, первая игра понеслась. Ребята на поле. Первый отворот. Вот Георгий. Ну, так скажу, ребята немножко волнуются. Но надо время втянуться, конечно. Чем быстрее они втянутся, тем будет лучший результат. Зашли в гостиницу. Короче, ее я потом попозже покажу. Гостиница находится на территории базы Батэ. И вот сегодня пойдем еще на игру Батэ. Со спутником будут играть. Они вот прям видели автобус, здесь был рядом, и они собирались. А это называется «Делим номера. Кто где с кем». Все, потом снаружи покажу, как выглядит. Привет, хочешь передать? Как выглядит гостиница? Всем привет. Всем привет. Короче, ребята, смотрите. Вот это база, оздоровительная база. И здесь база Батэ. Вот туда по ступеням вверх. Вот там. Проходи, Серега, не стесняйся. И где ж ты еще брестских людей встретишь, если не в Бресте, да, или где-то за городом? Вот там. А нам их таких хватит, нормально, да. И вот гостишка, в которую заселили нас с мальчишками. Вот. В принципе, как везде, где бывшая совдепия, все они одинаковые. Единственное, что фасад, да, уже такой современный. Номер попозже сниму, не успел. Собираемся на ужин. Иду вон пацанов забирать и пойдем кушать. Все, банда в сборе. Ждем Ваниного дедушку. И идем кушать, и Ваню. Одна команда уже вон, видите, там вдали пошла в столовку. Вон, топает кушать. Сейчас и мы пойдем. Но здесь вокруг конкретно лес, природа. Прям за городом. Артем скачет. Пашка. Детвора, короче. Сосны высокие, да. Низкие, низкие очень. Высокие, высокие. Ну такой хороший лес, хороший. Пашка. Меня снимают для закона. Ну не мочи руки, зачем? Дождя мало. Ну красиво здесь, приятно. Свежий воздух, чистота, все подстрижено, тропинки. А мы ж не идем пока в лес. А если что, спрей от клещей. Столовая. Ужин. Тушеная картошечка. С мяском, кстати. Салат из свеколки с чесночком с добавлением сыра. Вкусно? Да. Вот огонь. Кушаем, кушаем. Саша. Мама с папой увидят, что у тебя плохо скушано. Давай, давай. Наяривай. Ну что, пацаны? Вкусно. Молодцы, молодцы. Георгий, ты там не выбирай одно мясо. Картошку тоже давай кушай. Ну.
Давайте, доедаем, доедаем, ну. О, Дима, покажи тарелку. О, правильно, вот так и должно быть в тарелке, пусто. Молодец, Макс. Давайте, пацаны, давайте, давайте. В ожидании отъезда на игру кто-то ходит за деревья, кто-то носится по беседкам. Петя, аккуратнее, ну, завтра еще и послезавтра играть, скачешь там. Единственное, что да, снова пошел дождь, снова моросит, небо затянуто, но не холодно, относительно тепло, ветра нету. И самое главное, что нету мошки. Да, там все хорошо. Все отлично? Да! Да. Вот и супер. А что, вам не очень? Нет. Не нравится? Да. Вот. Ну, значит, вам так не везет, как нам. Мы не были еще, нам интересно. Дядя, а вам нравится тут? О, супер! Смотрите, ребята, кто не был в Борисове, не видел. Вот это Борисов-арена, футбольный манеж. Ну, как манеж? Целый стадион футбольный белорусской команды высшей белорусской лиги Батэ в городе Борисов. Это вот на той базе мы ночуем, и вот приехали к ним на матч. Сегодня они играют со спутником. Ну, не знаю, как через объектив, а вот когда стоишь рядом с Борисов-арена, ну, впечатляет. Масштабная такая космическая штука, как будто тарелка инопланетян приземлилась на Землю. Круто. Вот наш автобус. Короче, организованно идем. О, еще раз покажу, только сблизи уже. У-у-у, какая она большая арена. Так, совершенно не обязательный пенальти, но у Батэ появляется серьезный шанс сравнять счет. Один. Это, конечно, больше. Мы в воскресенье договаривались с Ариной, что будут... А ты все хомячишь, да? Ребят, которые заводят на руки, живые связки, поддерживают команду. По правилам... Все, мы только на первый тайм, потому что детям нужно отдыхать. Завтра опять игры. Выходим со стадиона потихоньку. Если вы чувствуете, что есть... Все, первый тайм, мы посмотрели и едем на базу дислокации отдыхать, высыпаться.